построенном несколько десятилетий назад доме на улице Вокзальной изначально канализации не было. Для естественных нужд во дворе была предусмотрена уборная. Но 3 года назад жильцам дома посчастливилось. Им провели центральное водоотведение. Они обзавелись ванными комнатами и индивидуальными уборными. Вот только уличный туалет так и остался. Для чего – непонятно. Он не нужен. Надо его закрыть или убрать куда-то. Вон, посмотрите, что творится у нас. Уже обращались, не знаем, писали все, складывают на дальние дела. Тревогу забили после того, как в уборной завелись крысы. Окна дома Зинаиды Лукьяновой выходят как раз на эту заброшенную постройку, что доставляет пенсионерке большой дискомфорт. Сейчас никто им не занимается совершенно. Вот 3 года им никто. Он уже, во-первых, а там не почищен ничего, все это. Вонь такая, ну, вы, наверное, чувствуете. Прям через нас крысы, через меня крысы бежали. Ну, а куда деваться, раз они здесь размножаются, здесь же тепло им. Вот такая история. Надо срочно его убирать. Пугает жильцов близлежащих домов и тот факт, что с приходом тепла фекалии будут издавать резкий и неприятный запах. В такой ситуации нахождение на улице вблизи постройки порой и вовсе невозможно. За разъяснениями ситуации мы обратились в управление жилищно-коммунального хозяйства. Ограничим доступ туда, заколотим двери, вход будет ограничен, соответственно, не будет источников для возникновения неприятного запаха. Постараемся проработать вопрос о дератизации саночистки, чтобы не было антисанитарных условий. О ликвидации объекта в целом пока говорить рано, но по заверению Олега Корякина вопрос будет проработан и в кратчайшие сроки приняты меры. Подобные инициативы жильцов показывают, что активная позиция граждан в целом способна улучшить жизнь каждого. Алексей Мельников, Владимир Бежонов, Владимир Андрианов, Ольга Садовская, Видное ТВ.